какая разница. Вот мы только что проехали речку. Едем в Хашутинский каньон. Только что ехали прям по большим камням. Короче, нормально так сделать. Вот мы едем прямо по реке. Мы приехали в начало, вот наш транспорт, Хашутинский каньон. Сейчас я тут чуть-чуть поснимаю самое-самое начало. Вот на этом транспорте мы ехали. Ой-ой-ой-ой. Короче, посредине речки мы ехали. Ну, шикарно. Я вам скажу. Да. Получается, что нужно идти вот так по воде с палками. Вот, я тоже с палкой. Вот я. Вот там наш народ собирается. Сейчас тоже пойдем. Идти нам вот туда. Позже покажу. Вот, короче, такой вот путь. Снимайте хоть. Сразу так идем, все. В общем, мы все еще идем. Смотрите, какая там впереди красота. Вот так вот это выглядит. Да, я снимаю. Меня, блин. И тебя сейчас тоже буду снимать. Домики. Там народ идет. Вот Ромка в домике. А сейчас мы опять пойдем по реке. В общем, мы всю дорогу идем именно по реке, вот с палочками. Да я это просто снять. Пошли, пошли. Вот, короче, мы идем здесь по камням, по камням. Вообще капец. Вот таким вот образом это все происходит. Да нет, мы, наверное, еще не дошли. Там же должно быть чуть-чуть по-другому. Вот. В общем, такое у нас сегодня путешествие. Как здесь переходить, вообще непонятно. Да ладно, я сама. Спасибо. Где? Уже начались, да? Сейчас мы их тоже заснимем. Но здесь просто мы идем по камням, а там мы шли по речке. Поэтому не было возможности снимать это все. Но вот сейчас она есть. Главное не навернуться и пальцы не отбить. Я постараюсь. Ой. Держи. О, мы добрались, наверное, до белых скал. Так. Так, 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 так. Там вообще круто будет. Сейчас мы все увидим. Ого, какая красота. Вообще обалдеть. Ну вот в таком только виде я тоже в купальнике иду. По-другому здесь вряд ли получится. Вот так это выглядит. Вот там народ вообще плывет. Обалдеть. Вот туда нам надо будет сейчас. Ой, я не уверена, что смогу там снимать. Но я думаю точно. Нужно будет сфотографироваться. Все, души. С ума сойти.
сейчас туда пойдем. Вот, мы, короче, прошли по воде. Вот так это здесь все выглядит. Это просто шикарнейшие виды. Я не знаю, как это передать. Это непередаваемо просто. Смотрите. Смотрите. Смотрите, как это круто. Рома, стой, мы сейчас сфотографируемся еще. Это я до сих пор, кстати, в воде стою. Вот так у нас тут вверху такой вид. Просто вообще. Очень круто. В общем, как-то да. Меня хоть видно? Да. Смотрите. Сейчас мы вот туда пойдем. Я сейчас вам покажу, куда мы пойдем. Вот туда. Смотрите, как там круто. Вообще супер. В общем, это просто сказочно. Сказочно-присказочно. Я иду сейчас по воде. Я надеюсь, что я тут нигде не утону. Просто невероятно. Блин, очки. Так, короче, пройден очень серьезный путь. Сейчас покажу какой. Вот что у нас позади. Идем дальше смотреть, что там. Что там происходит, что там есть. Но это невероятная красота. Это называется Хвашутинское ущелье. Смотрите. Это очень круто. Очень-очень-очень узенько, прям совсем. Но вообще, сейчас я вам покажу, что там дальше, но мы дальше точно не пойдем уже, потому что очень страшно и, наверное, скользко. И стук совсем. Это капец, ребята. Это капец. Главное, не смотреть вниз. Ух ты! Просто я вам сейчас покажу это. Это невероятно. Смотрите, какая сказка. Это просто сказка. Это сказка, ребятки. Вообще. Оно того стоило пройти по холодной воде, чтобы сюда прийти. Это очень круто. Это просто невероятно круто. Знаете, ну, я просто не могу это не снимать, потому что это нереальное, очень-очень-очень красивое место. Там я вам показывала, что происходит. На голове, конечно, у меня полнейший абзац, но что поделать. Ради такой красоты, я думаю, что... Представляете? Это крутое место. Всем рекомендую. Хвашутинское ущелье называется. Очень красиво.